Всем привет, с вами MakedaPro, и сейчас небольшой обзор на видео по бирже рекламы в социальных сетях sashay.ru. Отличный сервис, поэтому сегодня немножечко сконцентрируемся на работе с ним. Покажу, как работает, покажу на какие-то отчеты, до которых можно докопаться только в том случае, если вы уже совершали какие-то задания, оплачивали какие-то услуги. Вот у нас страничка sashay.ru, я уже опубликовал запись в своем блоге, ссылку на запись я размещу под этим видео в своем канале в YouTube. Ну и соответственно я разместил вот такой вот небольшой баннерок, нарисовал на главной странице в своем блоге, чтобы вы могли перейти на эту страницу. Не забывайте подписываться на мои странички и на мой канал в YouTube, все ссылки есть на главной странице блога MakedaPro, где я публикую практически каждый день интересные записи, интересные статьи. Подписывайтесь и будете получать эти новости первыми и узнавать о чем-то интересном тоже первым. На очереди у меня очень много интересных постов, поэтому, поверьте мне, будет очень интересно. Итак, о sashay.ru. Что sashay.ru себя представляет? Это биржа рекламы, при помощи которой можно разместить свои рекламные посты в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм и Инстаграм, что на сегодняшний день актуально, потому что важны социальные сигналы, важны переходы, важны поведенческие факторы, ну, социальные сигналы в первую очередь. Для того, чтобы начать работу с sashay.ru, нужно зарегистрироваться. Выскочит вот такая вот формочка, заполняете ее, регистрируетесь, либо можете зарегистрироваться через ВКонтакте. После того, как вы зарегистрировались, не забывайте здесь ставить галочку «Я прочитал, я согласен и готов на все». После этого вы можете спокойно войти в свой аккаунт. Я вхожу в аккаунт через ВКонтакте. Яндекс.Браузер отказался сегодня заходить в sashay.ru в аккаунт через ВКонтакте. Ну, работает отлично вход через Google Chrome или через Vivaldi, в котором я сейчас нахожусь и в котором я сейчас работаю. Входим. Это вот мой такой вот аккаунт, давно зарегистрировался я здесь и немножечко поработал с одним сайтом для того, чтобы разобраться, что такое sashay.ru. Было время еще до того, как я создавал блог MakedaPro, потому что для себя решил, что буду рассказывать вам только о том, что испробовал сам на себе. Поэтому я зарегистрировался здесь, немножко поработал, ну и впечатления у меня как бы самые положительные. Поработаем мы сегодня с вкладкой «Рекламодателю». Администратор – это непосредственно лицо, которое владеет какими-то площадками, группами, пабликами, страницами, аккаунтами. Это уже кому как интересно. Если у вас есть раскрученные странички, паблики, группы, пожалуйста, ради бога, тот же самый путь – sashay.ru. Приходите, регистрируйтесь, работайте. Здесь есть очень много полезных вещей и можете заработать деньги. Но сегодня мы говорим о роли рекламодателя, потому что социальные сигналы для нас важны и быстрее индексируются поисковыми системами наши записи, наши страницы. Соответственно, тема актуальна. Так, давайте перейдем непосредственно. Я сначала думал начать с вкладки рекламодателю, реклама площадки т.д. и т.п. Но давайте начнем не с этого, а начнем с того, что нужно пополнить счет. Счет у нас пополняется при помощи WebMoney, комиссия 0,8%, при помощи Kiwi, соответственно, комиссия 6,39%, Яндекс.Деньги такая же самая комиссия будет у нас тоже 6,39%, банковскими картами, но здесь минимальная сумма пополнения для аккаунта 100 рублей. Ну и, соответственно, если вы юрлицо, то можете поработать с sashay.ru, заказывать рекламу для каких-то своих проектов, которые, допустим, оформлены как юридическое лицо. Но учтите, здесь минимальное безналичное пополнение 10 тысяч рублей. С этим мы разобрались. Вводите сумму, нажимаете «Пополнить» и после этого попадаете на страницу авторизации одной из платежных систем и, соответственно, вводите деньги. Я работаю через WebMoney, работал всегда так быстро, четко и нет проблемы, минимальная комиссия. То есть, условно скажем, что счет мы пополнили, баланс будет отображаться вот здесь, поэтому проблем у вас с этим не будет, все будет на виду, на глазах. Итак, переходим на страницу реклама. На странице реклама мы создаем новые рекламные задания.
Я работал по рекламным заданиям, по репостам. Вот можно увидеть, какие у меня были последние задания, которые я выполнял. Это буквально там было 4 задания, чтобы понять, как вообще функционирует биржа, что с ней делать и как она работает. Оказалось, что все классно, все очень удобно и все очень удачно. Вот последние мои задания. Есть такой вот небольшой архив. Ну и в принципе здесь тоже все понятно. Здесь можно подобрать площадки. Эти площадки будут находиться автоматически, уже исходя из той тематики, которую вы требовали, которая была вам интересна при репостах, при публикации постов, которые вы делали раньше. Ну, допустим, давайте представим, что нам нужно сделать новое задание. Здесь, если вы заказываете пост, вам нужно опубликовать пост в каком-то паблике, на какой-то странице, вы вводите текст, то есть вы готовите текст для этого поста, вводите изображение, если оно нужно вам, соответственно, оно вам нужно для того, чтобы привлечь внимание к своему посту. Добавляете видео, гиперссылку, можете добавить мобильное приложение, ну и куча всяких смешных смайликов для того, чтобы привлечь внимание. Это тоже работает, особенно на молодежь, на тинейджеров, они обращают внимание на смайлы, то есть обратить на себя внимание стоит, нужно, и, как говорится, за лишние смайлики деньги не берут. Далее у нас идет вкладка репост, далее у нас идет работа с Instagram и Telegram. Ну, давайте для примера возьмем ВКонтакте. Как бы показать, насколько все просто, насколько все замечательно. Вот есть у нас вот такой вот такая форма заполнения. Я перехожу на свою страницу ВКонтакте и выбираю любой пост. Допустим, вот возьмем последний. Я копирую адрес ссылки. Возвращаюсь обратно, ввожу адрес поста. И уже здесь ввожу любой комментарий для репоста, который будет виден, соответственно, вместе с записью. И пишу здесь следующее. Ну, например, веселые истории в журнале Ералаш. Делаем так, добавляем кучу смайлов. Вот они, наши красавчики. То есть вот так вот будет текст поста публикации, после публикации. Нажимаем «Создать задание». Немножечко жмем. Немножечко не жмем, а ждем. Жать больше ничего не нужно. Сейчас у нас создается предварительный просмотр нашего задания. Иногда это занимает какое-то время, иногда это все происходит очень быстро, моментально. Насколько я понимаю, это все зависит непосредственно от работы самого сервиса. То есть это нормально, ничего здесь такого сверхъестественного в этом нет. Сейчас создается задание. Сейчас мы увидим, как будет предварительно выглядеть наш пост, который пойдет в репост. И далее мы будем подбирать уже площадки. Рекламная кампания. Необходимо выбрать или создать новую. Ну, давайте создадим новую кампанию. Название рекламной кампании назовем «Тестовая рекламная кампания». Ее описание я показываю ребятам, как работает sashay.ru. Окей, компанию мы создали. Ну, для пущего удобства можете, допустим, написать, что это рекламная кампания ВКонтакте, что это репост. Ну, то есть, пометки какие-то сделать для себя. Так, рекламная кампания у нас есть, она указана. Теперь жмем «Создать задание». И вот теперь мы получим уже предварительный просмотр нашего поста, который идет в репост. Ждем-с, ожидаем. Вот такое вот у нас приветствие появилось. Найти площадки. Естественно, что если создалось задание, то нужно найти под него площадки. Давайте искать площадки. Вот мы видим, как будет выглядеть репост для размещения. Не обращайте внимания, все нормально. Вот все подскочило, все красиво, все выровнялось. Теперь мы выбираем здесь тематику, в которой хотим работать. Ну, допустим, нам здесь не принципиально, мы можем выбрать, допустим,
Дом и семья. Выбираем. Выбираем ключевое слово. Выбираем ключевое слово. Какое же ключевое слово здесь выбрать? Давайте выберем вязание. Интересно, есть здесь такое по ключевому слову «дом и семья»? Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь что-то подобное. Sorry, найти площадки. Ой, конечно, есть. Моя мама лучшая на свете, развивайка, я люблю вязание. Ну, просто супер. Что мы делаем теперь? Теперь вы видите те площадки, которые будут готовы к размещению. Ну, для того, чтобы как-то детализировать свой выбор площадки, вы можете выбрать цену на размещение, CRM, количество участников в пабликах, охват рекламы по человекам и цена до, соответственно. Если нужно, мы делаем так, расширенный поиск. То есть то, что всегда нас интересует больше всего людей, которые заказывают рекламу. Это таргетинг. Таргетинг, кому как больше нравится, мы выбираем пол, мы выбираем возраст, мы выбираем город, страну. То есть мы сделаем пометку, например, исключить Sony. Sony — это администраторы каких-то групп, которые очень долго спят и очень долго не отвечают. Потому что, когда вы создаете задание, пускаете его в работу, естественно, вы хотите, чтобы это задание было очень быстро выполнено. Ну, если человек думает 3-4 дня, то, скажем прямо, нахрен вам такой нужен администратор группы, который будет размещать вашу рекламу. Соня пусть спит, пусть не зарабатывает деньги, а только мечтает о том, что он может заработать. Здесь есть у нас черный список. Если у вас есть какие-то площадки в черном списке, вы можете нажать «Отметить чекбокс», и будет показываться черный список. Если вы продвигаете какую-то хрень для взрослых, то, пожалуйста, выбирайте «Показывать 18+.» И можно исключить закрытые сообщества. Сейчас в данном случае они у нас показываются. Но это уже непосредственно зависит от вас. Ну и мое избранное. Мое избранное. Вот здесь есть такая вот волшебная золотистая желтая звездочка. Если вы ее нажмете, то, соответственно, все сайты вот с этой пометкой будут отправляться в ваше избранное. Когда вы будете фильтровать площадки, то вы можете спокойно поставить галочку «Мое избранное», и здесь будут выпадать площадки из вашего непосредственно вашего избранного. Прячем расширенный поиск, можно сбросить фильтры, если вы наваяли здесь какую-то фиговину и вам нужно сбросить фильтр, пожалуйста, сбрасывайте, и вы возвращаетесь, в принципе, к тому же, что у вас и было, вот такой вот обнуленный вариант. Так, дом и семья. Ну, допустим, моя мама лучшая на свете, все знают, что их мама лучшая на свете. Что теперь мы можем посмотреть по этой площадке, какие данные? Аудитория. 1 058 000 с хвостиком и до хрена подписчиков. То есть вы видите, охват рекламы 16 931. Цена и условия размещения. Цена 2124 рубля за пост. Размещается на первом месте и держится ваша запись 24 часа. Иногда попадаются здесь такие вот пометочки 1/48, 1/72, то есть бывает, что ваша запись может провисеть на странице на какое-то 72 часа, и она будет всегда перед лицами, перед глазами тех, кто заходит на эту страницу, и они ее будут видеть, они ее будут лайкать, репостить, комментировать, то есть то, что вам непосредственно нужно. И здесь вот есть у нас вот такие пометочки, ответ 12 часов, то есть 12, в течение 12 часов администратора группы отвечает вам, и успех 92%, то есть в 92% случаев администратор одобряет заявку и ваш пост, летит к нему в группу, к нему на страницу, паблик, называйте это как хотите, и он публикуется. Есть 97%, мы видим ниже, есть 99%. То есть, как бы, если люди шлют какую-то хрень на публикацию, то администратор этим вопросом занимается, и администратор фильтрует все вот эти вот дебильные посты и репосты, которые, может быть, не относятся по тематике, либо еще по каким-то вопросам. Теперь делаем следующее. Смотрим статистику. А статистика в sashay.ru, я должен вам сказать, ого-го, какая крутая. Сейчас мы ее увидим, сейчас она подгрузится. Вивальди хреново грузит страницу. Вот эти вот все какие-то скрипты, вот эти вот все прибамбасы.
Сейчас посмотрим, вообще загрузит ли. Например, в Google Chrome это все загружается вообще очень быстро, красиво. И вот что-то тупит Вивальди и не хочет показывать нам вот эти вот вещи. Так, охват рекламного поста мы видим. Какое количество людей он охватывает. Эй, Сашей, здесь должны быть графики, красивые графики. Возраст участников, половозрастная структура, статистика по городам. Ну, что-то нету. Может быть, эта группа что-то скрывает и не хотят показывать. Посещения в день. Мы видим статистику по посещениям в день. И мы видим охват в день. То есть все здесь у нас отражается. Ну, давайте посмотрим статистику какой-то другой группки. Статистика. Вот она, вот то, о чем я говорил. Видать, в прошлой группе, наверное, статистика была половозрастная, структура заблокирована. Смотрим. Наша статистика. Города и демография рекламного поста. Вы видите возраст. 30-35. Женщины, которые любят развивайка, родители и дети в интернете. Ну, в общем, всякие развивающие шняшки. Давайте про вязание посмотрим. Как-то от вязания становится тепло, уютно. Я люблю вязание. Я тоже его люблю, когда мне мама что-нибудь свяжет. Просто обожаю. Я люблю вязание. Вот, смотрим. Вяжут у нас дамы от 45 лет, от 35 до 45, и вот вся ваша, пожалуйста, структура. Вот даже мужики любят вязать. У нас 22 мужчины, молодцы, вязание укрепляет нервы, поэтому молодцы, уважаю. Женщины, мужчины, далее у нас идет по городам, то есть, соответственно, вы можете увидеть, какие у нас города хорошо пиарятся, крутятся в этой группе, и посетители откуда заходят на эту страничку. Охват рекламного поста, вот он так выглядит по времени. Соответственно, вы можете ориентироваться, ну, как бы, для чего это сделано? Для того, чтобы ориентироваться, в какое время выпускать пост, потому что есть шкала, на которой вы можете отметить время, во сколько вы хотите разместиться, и запулить это все дело, и, как говорится, потом уже пенять на себя, удалось, не удалось, и потом уже вносить какие-то коррективы, и, соответственно, какие-то изменения. Может быть, поменять время, если будет мало лайков, если будет мало репостов. Ну, то есть, здесь уже нужно смотреть по статистике, которую я вам затем покажу из архива. Охват рекламы. Здесь все с пометочками. Среднее количество уникальных просмотров рекламного поста подписчиками сообщества. Здесь у нас далее идет показатель того, во сколько в среднем обходится 1000 показов рекламы. Ну, то есть здесь все. Здесь идет у нас статистика посещения в день непосредственно этой группы и охват человечков в день. Ну, то есть, как бы вот для вязальщиков. Отличный вариант. Допустим, приглянулась нам эта группа. Я люблю вязание. Ответ 3 часа. Молодцы, ребята, косят бабло, работают отлично. Одобрямки в течение 3 часов приходят желающим. Подписчиков 292 639. Охват рекламы 10 931. Вот, то есть живых людей, которые частенько заходят, смотрят что-то и читают. Из этих 292 тысяч, которые могут быть ботами, просто набиты для красоты, боты ботами, но вот они живые, 10 931, видите, вот эта вот статистика по охвату, это показывает не какие-то мертвые души, а конкретно люди, которые будут охвачены вашей рекламой. Они зайдут на страницу «Я люблю вязание», увидят ваш пост и уже как-то на него отреагируют. Ваш вопрос, ваша задача заключается в том, что вы должны пульнуть в этот пост классную картинку, которая просто заставит человека потянуться и сделать репост, либо поставить лайк, написать классный, клевый, просто отрывающий башку заголовок и немножечко описание, которая просто соблазнит всех, и ссылочку опубликуете, и человеку просто захочется перейти по ссылке, дочитать эту статью до конца. Если хотите, вы можете делать, допустим, там, вставить ссылку с сайта, либо еще что-то, ну, все что угодно. То есть вы уже должны заинтересовать конкретно человека этим постом. Это уже ваши проблемы. Если вы сделали что-то хреново, пеняйте на себя. Если у вас дерьмовый заголовок, если у вас хреновый excerpt, описание, анонс, то это уже ваши проблемы. Вы должны заинтересовать человека. Ну, как бы в этом понятно. Суть в том, что если группа
тематично, и тематика совпадает с вашим постом, то тетечки и дядечки, которые обожают вязание, и вы им что-то кинете, какую-то классную новость, либо схему для вязания, либо еще что-то, они, соответственно, перейдут. Вот эти вот фанатично увлеченные люди, которые следят за любой новостью, и которые увлекаются всем этим, и преданы безгранично, и проводят 24 часа в сутки со спицами и с нитками, с пряжей, то, пожалуйста, я не сомневаюсь, что ваш пост может заинтересовать, и, соответственно, вы заинтересуете этих людей. Естественно, вы в «Я люблю вязание» не будете постить картинки с голыми девками и с машинками, правильно? После того, как нас все устроило, цена 454 рубля, 24 часа ваш пост будет висеть на главной странице. Мы идем, вот шкала времени, вроде бы как свободно, идем разместиться. Пом. Вот здесь у нас есть гибкое время. Вы указываете время, которое будет размещена реклама, а не ее длительность. Есть точное время размещения. То есть вы размещаете, допустим, пишете такое-то число в такое-то время. Гибкое время. Вы указываете, я хочу разместиться, но не знаю, с 23 апреля по 27 апреля. И, возможно, можете опубликовать мою новость там, с 10 часов утра до 15 часов дня каждого из этих дней. Все, после того, как вы все это заполняете, нажимаете кнопку «Разместить задание», с вашего счета списываются бабульки. И вы сидите, ждете, что будет дальше, что будет происходить. А дальше будет происходить следующее. Площадки мы уже посмотрели с вами, соответственно, ну, немножечко такой камбэк сделаем по просмотру площадок. Здесь вы можете предварительно до создания рекламной кампании зайти и найти себе непосредственно нужную площадку. Потом можете отобрать все нужные площадки вам в избранное, и затем, когда будете размещать уже здесь рекламную пост, то просто ставите галочку «Мое избранное», и, соответственно, у вас будут отображаться еще дополнительно и эти прекрасные группы, паблики, страницы. Соответственно, если вы выберете «Мое избранное», то у вас выпадут только «Мое избранное», но смотрите, чтобы тематика совпадала с вашим избранным. Иначе вы здесь натыкаете звездочек в автомобильной либо мужской теме, а потом зайдете, будете искать что-то для дома или досуга, нажмете «Мое избранное», будете удивляться, блин, а почему оно не выпадает? Да потому что тематика не соответствует, вот и все. Здесь у нас идет вкладочка «В работе», то есть здесь все просто, здесь мы видим, какие задания находятся на рассмотрении у администраторов групп, что принято, что проверяется, что отклонено. Может быть, есть какие-то тайм-ауты, это касается, если, допустим, вы поставили в гибкий график публикации, здесь будет тайм-аут, вы видите, сколько заданий у вас в тайм-аутах. Допустим, вот что такое обсуждается, хрен его знает, у меня такого не было. Мы сейчас посмотрим, здесь умные дядьки должны написать. Обсуждаемых заданий нет, я так понимаю, обсуждаемые задания – это те задания, которые должны обсуждаться непосредственно и должны вноситься какие-то изменения. Здесь у нас идут открытые задания. У нас нет открытых текущих заданий. Далее мы идем в архив заказов. И смотрим, что мы заказывали ранее. То есть мы выбираем конкретную дату. Вот у нас есть архив. Ну, здесь нет даты размещения, соответственно, здесь вот все выпало так, как выпало. Ну и смотрим. Вот то, что я размещал раньше, я делал тут репостики. Смотрим. 1, 2, 3, 4. То есть 4 было размещение одного поста. То есть в 4 разных группах, в пабликах, это был один и тот же пост. И смотрим вот реакцию зрителей, читателей на него. 5 лайков, репостов, болт. 8 лайков, 2 репоста. 3 лайка, 0 репостов. 17 лайков, 2 репоста. То есть, соответственно, увидев вот этот вот архив, это фактически анализ. И вы понимаете, какая страница вам дает отдачу, что ее заинтересовало. Опять же, напоминаю, классные заголовки, классные анонсы, классные картинки, которые заставят кликнуть людей. И опять же, тематичность, не забывайте об этом. Смотрим дальше, что у нас здесь было. Здесь вообще по нулям, но здесь была такая мертвая группа, там размещение 29 рублей. Сами понимаете, что там подписчики такие на 29 рублей.
Ну, вот, соответственно, ниже был репост тоже. Здесь 5 лайков аж поставили. То есть здесь все по большому счету зависит от вас. Вот есть неудачные задания, отклоненные задания. То есть это все вот по архиву можно прекрасно проверить. Смотрим дальше отчеты. Отчеты здесь тоже можно вывести каким-то определенным способом. Допустим, смотрим отчеты. Ну, допустим, мы возьмем там отчеты, ну, грубо говоря, с 2015 года, которого у меня не было. 2015 год. И вот сейчас выпадет все. Сейчас выпадет все. И смотрим статистику, репосты, лайки, средние стоимости. То есть вот вам такие конкретные таблицы. И вы все видите. Вот она, подробная статистика, номера заказов, все расписано. Охваты рекламы прописаны здесь. То есть, соответственно, вот, какая социальная сеть. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. Это я вам рассказал то, что по рекламодателю. То есть, вы сами видите, сами понимаете, насколько здесь все просто, безумно и как бы понятно, как с этим работать. Поэтому, как говорится, могу вам пожелать только удачи. Могу вам пожелать с умом потратить деньги. И могу вам пожелать удачи в том, чтобы размещение, создание рекламных кампаний в sashay.ru принесло вам кучу пользователей, кучу выхлопа, кучу лайков, репостов и всего-всего. Вы видели, как работает ВКонтакте, точно так же работает с Инстаграмом, точно так же работает с Телеграмом. Размещайтесь, работайте. Я думаю, все у вас получится. Всем удачи, читайте мой блог, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Всем пока!